Большой пожар в Кемерово. 64 погибших, 6 пропавших без вести и 13 госпитализированных. Будет мама, завтрак на кухне готов. Сегодня воскресенье, и мы с классом поедем в кино. Там тучи висят за окном, оденься теплее, сынок. Ты когда едешь, сообщи, будь на связи со мной. Каникулы, свобода, улыбка на юном лице. И тронулся с места автобус в наш родной торговый центр. Учитель просит не беситься и не разбегаться. Но тут кругом век инноваций, достойные овации. Просят собраться у входа в зал, потом сесть по местам. Фильм начинается, но вряд ли дойдет до конца. Я слышу там крики за дверью, как же ее отворить? Сквозь щели валит едкий дым, ребят, мы походу горим. Зав телефон я набираю маму, поняв, что не выйти. Сынок, случилось, что я очень люблю вас, простите. И может есть у Бога цели, своя роль на каждого. Но я не вижу их, когда сгорают дети заживо. И ты прости меня, мам, не вернемся назад. Ты прости меня, папа. Нас уже не спасти, нас уже не сыскать. Боже, кто виноват? Ты прости меня, мам, не вернемся назад. Ты прости меня, папа. Нас уже не спасти, нас уже не сыскать. Боже, кто виноват? Или кто-то еще, кто, как всегда, будет прощен, потом оправдан вскоре среди трущоб и горя. И этот номер нам знаком, ты посмотри, слез тут не то, что море. Льются ручьем, ответ мне, ты доволен. Огнем объят фасад, и поздно спасать. Это самый печальный расклад, осознавать, что виноваты сами. Мигалки скорой и пожарной, сливаясь в мотив, мчат по кварталам, но все тщетно, детей не спасти. Выпусти, пожалуйста, ты слышишь мой голос внутри, я тут сгорю, я ведь пожил так мало и не видел мир, меня ждет дома мама. Дядя, тут нечем дышать, у вашей есть ключи, чтобы открыть, но где ваша душа? Дай мне хотя бы шанс, мне больше ничего не надо. Дай хоть попробовать пожить, не считая минут. Скажи, ну что не так я сделал, в чем мы виноваты? Сестричка, потерпи чуть-чуть, нас скоро спасут. И ты прости меня, мам, не вернемся назад. Ты прости меня, папа. Нас уже не спасти, нас уже не сыскать. Боже, кто виноват? Ты прости меня, мам, не вернемся назад. Ты прости меня, папа. Нас уже не спасти, нас уже не сыскать. Боже, кто виноват? Объявляй не потому, что они были заперты в зале кинотеатра. И об этом нигде не говорится. Мы звонили оттуда, просили помощи. Мы здесь заперли, мы задыхаемся. Никто не помог. Потому что, когда пожар вспыхнул, ну, все, в принципе, смогли спастись и убежать. А люди, оставшиеся в кинотеатре... Вишня, вишня, зимняя вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, никто ни в чем не виноват. Когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. Трагедия произошла сегодня днем в Кемерове. Как минимум 64 человека погибло. Детишки мои, трое детей. Два года, 5 лет и 7. Они задыхались и кричали, они их слышали. Ничего страшнее, как хоронить свое дитя. Еще страшнее осознавать, что все сгорели взаперти. Не забуду ужас даже через много лет спустя. Их напрочь заперли, им некуда было идти. Куда глаза глядят, бежали люди от пожара. Слезы на глазах, как спастись от этого кошмара. Сгорели все живьем, задохнувшись от угара. Тысячи цветов, свечей, возложены у тротуара.
И без обмана не обойдутся повелители, важнее лидеры, глаза мои бы вас не видели. Третьи сутки я молюсь ангелам-хранителям, слов не подобрать, здоровье вечного родителям. Запрещено властям число погибших объявлять, их больше сотни, нам осталось только это доказать. Они пытались ведь в слезах о помощи кричать, во имя всех детей должны мы перестать молчать. Весь народ за всех детей поднимем все грудью. Давайте в городах начнем объединяться, люди. Наше единство несокрушимое орудие. В этот раз виновным не дадим уйти от правосудия. За весь народ за всех детей поднимем все грудью. Давайте в городах начнем объединяться, люди. Наше единство несокрушимое орудие. В этот раз виновным не дадим уйти от правосудия. Кемерово, мы с тобой, и несмотря на боль, знаем, что на вашем вместе может быть из нас любой бой. Всех часов остановился разом, всей страной скорбим. Трудно подобрать фразы, кто же виноват в коррумпированном эшелоне. Сотни человек невинных, запертые как в законе. Больно, когда заживо сгорают дети, ядовитый дым вокруг. Кто за это все ответит? Неужели стерпим? Неужели все впустую? Как тут можно промолчать? Сердце режем на живую. Так зачем живу я? Для чего мы все живем? В собственной стране губим мы детей живьем. Помним, любим, скорбим, мы это не забудем. Нет, не родина больна, правят ей больные люди. Правосудие всем за все перед Всевышним. Кемерово, мы с тобой станем все у зимней вишни. За весь народ, за всех детей поднимем все грудью. Давайте в городах начнем объединяться, люди. Наше единство несокрушимое орудие. В этот раз виновным не дадим уйти от правосудия. За весь народ, за всех детей поднимем все грудью. Давайте в городах начнем объединяться, люди. Наше единство несокрушимое орудие. В этот раз виновным не дадим уйти от правосудия. За весь народ, за всех детей поднимем все грудью. Давайте в городах начнем объединяться, люди. Наше единство несокрушимое орудие. В этот раз виновным не дадим уйти от правосудия. За весь народ, за всех детей поднимем все грудью. Давайте в городах начнем объединяться, люди. Наше единство несокрушимое орудие. В этот раз виновным не дадим уйти от правосудия. Ну вот и все, я больше не буду прежним. Ну вот и все, и все разлетелись надежды. Как бы я хотел вас всех обнять и просто о многом молчать. И зимняя вишня уже не горит, кричала несчастная мать. И сердце уже не будет стучать, как всегда. И встали часы, и будут длиннее года. Вы ангелы наши, мы будем молиться за вас каждую секунду и час. Жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Ты все равно жив, и ангелы с тобою легко летят высоко, летят высоко. Жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Ты все равно жив, и ангелы с тобой легко летят высоко,
летят высоко. Ну вот и все, мы с вами встретимся позже. Ну вот и все, и это изменить невозможно. Как бы я хотел вас всех обнять и просто о многом молчать, и многие тысячи слов любви сказала бы каждая мать. Я знаю, что там у вас будет все хорошо, и с Богом вы рядом, иначе б никто не ушел. Вы ангелы наши, мы будем молиться за вас каждую секунду и час. Ты все равно жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Ты все равно жив, и ангелы с тобой легко летят высоко, летят высоко. Ты жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Ты все равно жив, ангелы с тобою легко летят высоко, летят высоко, летят высоко, летят высоко. Весна и каникулы, улыбки и встречи, прогулки с друзьями суровой сибирской весной. Скажи, кто подумать мог, что утром воскресным я навсегда распрощаюсь с тобой. С друзьями в зимнюю вишню, отдохнуть от учебных забот ты ушла. Никто и представить не мог в чате нашего класса, что ты уходишь туда навсегда. Обычный выходной, фастфуд, шопинг, парочки, но запах дыма ты почувствовала вдруг. Расслабься, паникерша, наверное, бургер пригорел, тебя привычно успокоил друг. Упущены бесценные минуты, уже не запах, дыма пелена окутывает хрупкие фигуры, стоящие у закрытого лифта. Бегут стеклянными глазами люди, а ты последний раз онлайн нам пишешь в общий чат, что выходы закрыты, отключены лифты, от лестниц валит дым, и там нельзя дышать. Ты видишь, пламя все подходит ближе, нам фото шлешь, но из-за дыма ничего не разобрать. Затем ты пишешь: маме передайте, что я ее люблю. Минута тишины, и мы горим, возможно, прощайте. Мы горим, прощайте. И я стою напротив вишни, передо мной полиция и кордон. Надежды нет после падения крыши, как выжить там, если расплавился бетон? Не сплю я ночь, слежу за новостями. Вдруг в дыму и пламени нашелся тот, кто смог тебе помочь. Погибших много, и не всех их опознали, а у меня и тех, кто знал тебя, теперь всегда перед глазами. Мы горим, возможно, прощайте. Мы горим, прощайте.